Имя, фамилию назовите свою. Павлова Эльвира Наильевна. Благодарю. Где старший? Здравствуйте. Без маски почему не обслуживаете? Потому что правила торговли мне покажите. У нас не правила торговли, у нас внутренний приказ. Приказ не важен. Ну, у нас внутренний приказ. Правила торговли покажите мне за 2020 год. У нас масочный режим. Какие правила торговли? Правила торговли предложите, покажите мне правила торговли. Я вам говорю, масочный режим в городе. В свежей редакции правила торговли. Я говорю, масочный режим в городе. Вы обязаны показать правила торговли или нет? Причем здесь правила торговли? Скажите мне, пожалуйста. Причем здесь правила торговли? Скажите мне, пожалуйста. Просто я хочу их увидеть. И вам... Откройте интернет, посмотрите. Мне не надо интернет, у вас должны быть на стенде. Где у вас правила торговли? По проходу... Пойдемте вместе посмотрим. За 2020 год внесите правила торговли, пожалуйста. Это старые. Когда сможете? В правилах торговли есть отказ без маски или нет? У нас сейчас в городе масочный. Вы сейчас на уголовную статью нарываетесь, самоуправство. Нарываетесь. Самоуправство, 330-я статья. Без масок не обслуживают. Ваш приказ меня не касается. Это у вас приказ. Ну, поэтому мы вам и отказываем. У нас штраф 500 рублей. Это ваш приказ. А правила торговли важнее вашего приказа. Вы можете понять федеральный закон? Нет. Не есть можете еще понять? Такой же указ губернатора о том, что масочный режим в городе. Пускай. Правила торговли важнее указа вашего. Я не знаю, кто из них. Ну вот юрист говорит, консультируйте. Телефон ваш оставьте, я вам перезвоню. Нет, вы мне сейчас скажете ваша фамилия, имя, отчество. Сотникова Алена Валентиновна. И за отказ торговли на вас будет составлено заявление. Составлять? То есть не будете обслуживать без маски? Нет. Тогда мне покажите правила торговли. Я сейчас не могу их... Еще будет составлено заявление за отсутствие правил торговли в новой редакции. Хорошо. Еще юридический адрес назовите, пожалуйста. Что Зинческое? 678. Это вот этот. Да. А директор где находится? На какой писать? Юридический адрес Черноисточинское шоссе 78. То есть корреспонденцию сюда отправлять? Да. Все, благодарю. То есть обслуживать не собираетесь? Нет. Все. Должность еще назовите вашу. Руководитель сектора обслуживания. Хорошо. Благодарствую. И вам доброго дня. А где мои запчасти? Убрали все. Куда убрали? Все убрали. Мои запчасти куда убрали? Так там оборудование взято. Вы что воровством-то занимаетесь? Каким воровством? Тут люди идут. Ну и что? Взятый с полки товар считается мой. Вы что, не понимаете? Своровали у меня товар. Кто-то купил вас. Куда вы их убрали? Кто-то купил уже забрал ваш товар. Костя, ты защиту снял там?